Друзья, всем привет, с вами Олег Радочин, и буквально две недели назад я выиграл приз в проекте «Живая очередь». Я выиграл сертификат на 5000 рублей, мой билет участвовал в розыгрыше по одному из промо, и выиграл 5000 рублей. И на эти деньги я себе купил вот такой вот пауэрбанк фирмы Xiaomi. Сейчас я его покажу. Вот такой вот пауэрбанк. Вот такой вот пауэрбанк. Ну и такую вот машинку фирмы Philips для стрижки волос. То есть мне 5000 рублей хватило и на пауэрбанк, и машинку для стрижки волос. Ого. Так запечатано. Макулатура. В общем, такая вот машинка. Она мне такая похожая раньше была, она просто сломалась. И сейчас я обновил. Хочу поблагодарить, друзья, основателей данного проекта. Это Евгения Пронягина и Николая Жаричева. Ребята, большой вам респект и уважуха за данный проект. Все мои друзья и родственники, которые тоже участвуют вместе со мной в проекте, они также счастливы, что участвуют в этом проекте. Что еще хочу сказать? Помимо всех этих призов, бонусов, которые я регулярно получаю в данном проекте, за последние 4,5 месяца я заработал порядка 400, даже более чем 400 тысяч рублей. Поэтому этот проект всем рекомендую, он очень крутой, классный. Ссылочку на данный проект я оставлю внизу в описании к данному видео. Ну, а если данное видео вы смотрите в Инстаграме, то в шапке профиля моего Инстаграм. На этом все. Пока-пока.